А у нас дождь. Сейчас над Галем может быть где-то. Когда может быть. Солнце. Но у нас дождь. Можно я пройду? Не. И дождь, и бабочки летают. Бабочки летают. Ага. Сейчас вот должна точно радуга быть. Вот такая красота. Красотушная. И вот там красота. И тут красота. Дождик идет. Какая прелесть. Дождик, дождик посильней. Дождик, дождик посильней. 17 июля. После месяца, наверное, жар. Нет, не месяц. В начале 3 июля ходила в кофте. Всего, получается, 2 недели было жары по 30 градусов. И как все вымоталось и в природе. И люди. И растения. Да. Рады только арбузики. А такой сегодня, второй раз сегодня такой дождик прошел, и то в радость. Букеты обворожительные. Сил нет ничего делать, даже шевелиться не хочется. А надо идти поливать, потому что этот дождик, это не дождик. Бабочки летают.